4 октября 2023 года. Сорт груши Знаменская. Это позднезимний сорт. Здесь у нас он на айве. Здесь было дерево, мы на айве привито. Мы перепривили Знаменскую. Очень урожайный на айве сорт. Там мы показываем на сеянце. Здесь на айве БА-29. Груши такие широко грушевидные, с легким румянцем. Под видео есть описание этого сорта. Вот можно посмотреть, какая урожайность на айве. На 4 октября уже груши практически выполнились покраску, набрали вес. Уже появляется желтизна, через неделю будем снимать их. Знаменская.